кудрявая головушка. Они не всегда попадают в ноты, не все умеют танцевать, имеются и проблемы с дикцией. Но у группы одинцовских активных долголетов есть огромное желание всему этому научиться. И под руководством Татьяны Александровны у них получается. Чтобы добиться успеха, со своими учениками она занимается даже индивидуально. Участники фольклорного кружка «Сударушки» собираются в Одинцовском клубе «Активное долголетие» дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Занимаются по 2 часа, чтобы все успеть – выучить песни, танцы, отрепетировать. Сейчас мы делаем такую, ну, деревенскую гулянку. Вот. И поэтому там вот сидят они на заваленке. Сначала бабушки там поют про свое, потом с юмором с таким, когда они были молоды, мы еще стихи рассказываем такие с перчиком. Вот. И, в общем, им это очень нравится. И как раз у них и дикция, и движение, и голова работает. С удовольствием занимается в хоре и Галина Александровна. Одна из причин – работа над дыханием. Привлекают ее и публичные выступления. Например, в этом году коллектив подготовил концертную программу для празднования Масленицы. Песни вот эти все нравятся, и мы не только поем, но и танцуем там с приплясами. Вот. Руководительница у нас такая грамотная и строгая. С нами только так надо. Галина Александровна живет с дочерью и 2 16-летними внучками. Раньше она водила их на акробатику, музыку, вязание. Теперь в свои 74 сама активно посещает досуговые и спортивные занятия. Помимо сударушек, ходит в студию рукоделия, учится ходить по-скандинавски, разрабатывает суставы, осваивает дыхательную гимнастику цигун. И, конечно, общается со своими единомышленниками. Без общения как? И общение обязательно со всеми. И занятия все нравятся. Вот на цигун я сколько, 4 раза, наверное, была только. Тоже мне так понравилось. Ой, подружка, не греши другой, ты поняла? Иной раз они бывают даже очень хорошие. Пока в хоре «Сударушки» 12 человек. Правда, сейчас, в летний период, многие на дачах. После возвращения им придется наверстывать упущенное. В основном поющем составе коллектива 2 мужчин и еще 1 баянист. Остальные – дамы. Все с большим удовольствием ходят. Я им всем костюмы нашила. И они поэтому такие довольны, что покупать ничего не надо, что у них все есть. Осталось только научиться петь, танцевать и двигаться в ритм. Ходил, гулял Иван Сударь, ходил, гулял Иван Сударь. Ой, барыня, барыня, сударыня, барыня. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».